Германия тем временем готовится принимать лидеров уже большой двадцатки. Сильные мира сего в начале июля встретятся в Гамбурге, но, как оказалось, не всем там рады. Один из отелей отказал в размещении Дональду Трампу. Почему и где будет жить хозяин Белого дома, узнаем от Татьяны Лагуновой. Один из самых влиятельных политиков в мире. Президент США ищет ночлег. В пятизвездочном отеле немецкого Гамбурга буквально на две ночи. В Германии Дональд Трамп будет гостить с 7 по 9 июля. Он прилетит на саммит Большой Двадцатки. Но вот где остановится, неясно. Отель для хозяина Белого дома пока не нашли. Немецкие СМИ сообщают, американская делегация направила запрос в один из лучших отелей Гамбурга «4 времени года». Там в декабре во время саммита ОБСЕ останавливался бывший госсекретарь США Джон Керри. Но в этот раз Вашингтон якобы получил отказ. Представители отеля эту новость не комментируют, а СМИ пытаются угадать причину. Нет достойных свободных номеров, что-то личное или просто менеджеры не хотят создавать другим гостям неудобства из-за повышенных мер безопасности. Американцы тем временем подыскивают Трампу другую гостиницу, и не только в Гамбурге. Рассматривают и такой вариант. Жить президент США будет в Берлине и из столицы летать в Гамбург на встречи с другими лидерами двадцатки. Кстати, по информации немецких СМИ, отель пока не забронировал еще один участник саммита – президент России Путин. Саммит Большой Двадцатки в Гамбурге уже называют одним из самых важных событий политического лета. Среди заявленных тем традиционная для таких встреч глобализация, климат, миграция, экономические вопросы, регулирование финансового рынка и борьба с коррупцией. Но, конечно же, в Гамбурге будут говорить и о ситуации в Сирии, а также об эскалации на востоке Украины. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».